Извините, что я в таком образе, что я лежу. Ну, реально. Чувствую, что меня с ног сбивает уже вирус. Горло болит, дерет. Настроения нет. Все отлично, просто вот со здоровьем. Да, сыночек? В общем, выгнала мужа из дома. Вот. Надо сказать, что он в наших отношениях такой впервые. Он болеет сильно уже за эти 1,5 месяца. Второй раз вирусом и третий раз как вот это вот бактериальным. У меня уже сил нет, ну, со здоровьем проблемы, и у меня нет сил лечить Захара, сопли, саму себя. Я уже антибиотики, наверное, пила 3 раза за последние 3 месяца, потому что осложнения идут после, ну, заболевания вирусом. Вот, и вообще неприятно болеть. Мне самой болеть с моим носом-то нельзя, у меня хронический вазомоторный ринит, мне потом тяжело выйти с капель, тяжело заснуть, когда нос плохо дышит и так далее. От ком в горле, ну, когда горло воспалено. Ребенка больше всего тяжело лечить ребенка. Он не может ни сосать грудь, если на груди ему сейчас еще не соспать, нос постоянно закладывает, каплю давать, каплю не дает. Короче, это ужас. И я его говорю, все, иди к маме. У нас такое в первый раз. Это, конечно, плохо. Но мы живем в однокомнатной квартире. Мы спим на одном диване. Муж, я, Захар. Мы дышим все, понимаете? Когда человек болеет, обычно вот мы поспим с ним, и я вот просыпаюсь уже под утро с больным горлом, отекшим носом. Мы заражаемся. Вот такова жизнь. Такова жизнь. Особенно обидно, когда деньги улетают на лекарства. Только захочешь себе что-то купить, сделать какой-то заказ, купить что-то ребенку вкусненькое, кому-то пойти в гости и купить подарок, что-то 5-10. Короче, неважно. И опять это лекарство. А вы знаете, какие деньги препараты в аптеках, сколько стоят? Ну, да? Те россияне, которые мы уже знаем. Это просто что-то с чем-то. И поэтому, ребята, я заболела. Зачем ты сапог принес сюда? Да что ж такое-то? На диван прям. Не могу. Я заболела. Полночи Захар орал, такого уже не было. Месяца 2, точно 3. Вот, такие мешки под глазами, горло все болит, голова, мой тройничный. И я ему в рот заглядываю, но он как бы тоже подзаболел, он сегодня проснулся, у него голос хриплый, голос такой низкий, скажем так, и шмыгает. Вот. Ну и, соответственно, вчера я уложила спать, полчаса он поспал. И стала орать. Я уже уснула, минут 5-10 она спала. Смотрю ему в рот, заглядывая, у него десна, клык, клыка у него еще нет, он не вырос. И вот где рядом с клыком должен зуб лезть, по идее, у него 8 вылезли, клык у него лезть сейчас не должен, и должен рядом вот лезть. Ближе к жевательному, или как жевательный тоже он называется. Вот. И десна у него черная там и припухшая. Я так испугалась, я же ничего не знала. И он плачет, истерика, все, видать, больно. Я ему давай Нурофен, мазать десну, в жопу ему поставила свечку, гомеопатию. Ну, не гомеопатию, ну, гомеопатия не считается, там написано. Ну, вибуркол я поставила. Короче, как он орал часа 1,5 без передыха.
мультики включила. Мужа же выгнала, мужу звоню туда, блин, тоже. Ну, туда, куда, к маме он ушел. Вот. Как так-то? Не получилось отдохнуть друг от друга. Сегодня 14 февраля. Надо вставать. Во-первых, надо пойти купить лекарства. На это нет сил. С этой коляской долбаться, тащиться. Вот. Ну, хотя бы мне ничего же нельзя принимать. Ну, хотя бы интерферон, свечки в задницу себе поставлять. Хотя мне надо ставить лангидазу. Вот. А лангидаза... Захар почему-то носки снял. Вроде как при грудном вскармливании нельзя. Мне, наверное, придется опять антибиотики пить, потому что я не могу болеть так долго. Хотя вначале якобы врачи не рекомендуют вначале вирусни принимать. Типа, это все ерунда, не помогает. Ну, сколько раз я так делала, прекрасно все помогало. Быстрее выздоравливаешь на самом деле. Так. А что теперь за Харкиным здесь? Зубы делать здесь, но я не знаю. Ну, пока, когда Захара я успокоила, легла. Еще с мужем поговорили по телефону. Вот, и я почитала там, что это как киста. Ну, в общем, блин, у кого так у деток было, напишите, пожалуйста, что делать. Ждать, не ждать. Там есть такие комментарии, как плюс, бегом к врачу. Надеюсь, что это просто так лезет на зуб. Ну, в зрелище некрасивое. И он еще не дает посмотреть толком. Вот так вот. Это кошечка наша. Степанько. Брюс Степанько. То открывает дверь, то закрывает дверь. Ребенок спит, он туда-сюда, туда-сюда. Перекресток. Синий морей. Вот и я. Здесь тоже питание. Без питания никуда. Салаты взяла. Это салат Алекс. Господи, Брюсочка, ну прости ты меня, мама. Господи, он ударился так. Ну прости ты меня, я тебя швырнула. Прости меня, прости. Швырнула. Я хотела его отпихнуть, а он перевернулся аж на этот, на спину. Прости, зайчик. Так, салат Алекс. Салат Алекс. Даже, знаете, я такой салат первый раз вижу. Но мне так хочется вам передать ингредиенты. Курица, томаты, майонез, шампиньоны, соль. Да, не будем называть. Сыр, лук, масло растительное, чеснок, соль. Вот такой салат просто. Сама лично своими руками не делала. Салат мимоза. Ну, мимозу я недавно делала, когда на день рождения мужа. Таких два салата. Брюс не зря трется, это его питание. И питание Захарчику. Вот оно. Яблоко, черника. Я стараюсь брать то, что он не может сейчас есть. Я уже говорила, персики. То есть сейчас персики не продают. Черники тоже. Вот я делала чернослив, если запор будет. Так, бесформачный. Как она, лапша написана? Брюс. Все ему надо. Брюс. Может, отойдешь? Вот такие макароны мажора. Семолина 500 грамм. Вот такие макароны я люблю делать с фаршем. Классные. Муж тоже вот это называет лапша бешпромачная. Говорит, тоже большие макароны. Да. Мыло детское. У нас сейчас заканчивается мыло от Johnson's Baby. Ко сну, которое.
Ну, в Перекрестке так мало выбора, что из всего, что было, там есть такое кусковое мыло, как на хозяйственное, похоже, написано детское. Что-то состав так и не поняла, странный состав какой-то. Ну, никаких таких добавок нет. Я люблю с чередой, хоть ромашка, даже того там не было. Ну, взяла вот это. Не пробовали, не знаю, надо попробовать для начала. Ой, что у меня тут? Сметана. Сметана. И простоквашино, творожное зерно в сливках. Надеюсь, муж будет такое есть. Следующие чеки. Потом мои подгузники. Я взяла на этот раз такие. Они просто были самые дешевые. Так, это не то. Это Брюса тоже. Вторая. Я себе взяла носки наконец-таки. Вот такие. Вот одни такие, другие со звездочками. Надеюсь, я в них влезу, а то боюсь, что они детские. И голубенькие. Вот так. И у меня тут остается вот такой порошок. Боюсь, что он рассыпется. От фирмы Майн Липе. Сейчас я показывала гель. Я его вот еще порошок я взяла. Пытаюсь попробовать от этой фирмы. Это тоже я по акции взяла. Здесь 1 килограмм. Я взяла для детского белья. Там еще, по-моему, было. Кстати, тут ложечка внутри. Это очень без фосфатов, без хлора. 33 стирки. 1 килограмм. Это обычный порошок 4,5. Ну, концентрированный, да, типа он. Честно, я бы очень хотела, чтобы мне понравилось. Потому что порошки от... все-таки от Faberlic у меня стоят. Я не могу сказать, что они мне нравятся. Как-то так. Ну, думаю, что... Так, Захарка у нас очень любит разбирать пакеты. У нас весь ракурс будет отсюда. Брюс, ручки у тебя холодные. Чай этот Захаркин, лимон плавает. Давай подогреем. Раз 18 секунд. Так. У Захарки же опрелости на жопе. У нас либера заканчиваются. Кстати, неплохие подгузники в детском мире я покупала. А не надо целовать. У него еще сейчас такая мания все целовать. Все, что ему, походу, нравится. Девочка красивая, посмотри, какая. И этот. Сейчас пойду покажу вам. Я разве их не показывала? Я должна показать еще. Baby Go, вот эти вот подгузники. Вот эти. И у нас опрелости. Кто знает, может быть, вдруг это на они. Я еще такую упаковку здоровую брала. На они, на них. Вот Либера у нас последние остались. Вот эти подгузники мне нравятся. Хорошие. А вот это Baby Go. Они-то мне тоже устраивают. Но откуда же мне понять, да, вот что вот у ребенка такая система, что высыпает. Вон две штуки остались, хорошие подгузники. Я потом Санасан, как они там, взяла. Это, по-моему, у нас Белоруссия. Сенса, вот. Сенса Бэйби. Эколайн. Эколин. Вот. Я их уже брала. Ну, столько чего только я не брала, особенно из бюджетных, потому что все равно деньги улетают, на них обидно. Я никаких Мэрисов очень редко себе покупаю, потому что это дорого для нас. Хотя даже недорого, но жалко, в общем. Есть Интуки четверка. Вот такая вот. Это с аптеки. Потом, значит, с этого магазина карапуз. Блин. Вот такой коврик взяла для ванны, противоскользящий. У Захарки был. Но у Захарки знаете, какого плана? Был. Есть. Я брала вот такого плана. Уже все заклепки вот поотрывались. И мы его выкинем. Пойдем, сынок. Выходи. Выходи, выходи, зайчик. Вот, и я купила. Он стоит этот 500 рублей.
Тут я уже не помню. Тот, если честно, с Леруа Мерлен, он тот коричневый, что сейчас показала. Поэтому 450. Ну, я округляю, люблю округлять. Знаете, где-то прибавила, где-то убавила в каком-то продукте. Ой, блин. Розовый, блин, на рисунке зеленый. Тоже на присосках. Фу, воняет. Хорошо, надо его проветривать, на лоджию нести. Что это такое? Он же маленький. Таких два, скажи, надо, да, сынок? Аккумулятор садится. Таких два надо. Фу, он какой-то весь. Надо его помыть. Сейчас я кину какой-то. То ли в пыли, то ли еще с ним. Ну что, пришел? Не трогай только сортир. Пошли. Давай, пойдем. Выходи. Фу. Вот он, пакет, видите? Этот еще лежит с носками и с этим, с макаронами. А то мне иногда, помню, писали, вот ты снимаешь разные дни. Нет, не в разные дни. Не, бывают разные дни. За эти три дня где-то я могу влог снять. Так, это аптека. Смотрите, в аптеке циндол для Захаркиной задницы я купила. Посоветовали, да, мне? Мукалтин для кашля. Мне и мужу мы кашляем. Ну что она мне продала? То, что мне надо было. Мне ребенку нужны были капли. Она мне что продала? Капли для детей. Всего 6 капель один раз в день. А. Ну, короче, это Захару, потому что... Это Захару. Коризалия это для соплей, потому что пчихание меня замучило, если затечение... Ну, заложенность 5-10. Особенно замучило пчихание с затечением. Так, и... Вот такие масочки, масло для ног. Маска носки, носки для ног, авокадо. Решила взять попробовать, потому что ни разу еще такую не пробовала процедуру. Думаю, что стоит. Ой, тем... Ой, ударился, ударился. Ну. Хочу вам показать цены. Это вообще, наверное, самые дешевые цены в нашем городе. А еще у нас получается... Подарок идет, баллы, ролл Филадельфия, они вкусные, мы их очень любим. Открываю, пока муж на работе, это будет сегодня наш ужин. Приятно, когда не нужно готовить, блин, самой, да? Ох, этот запах, господи, я не могу. Какие же счастливые люди те, кто не любит роллы, а такие люди есть. Ну вот пока моя мама не очень любит. Так, почему у нас соевый соус один? Благо у нас дома есть. Вот это я еще отдельно заказала. Я очень его люблю. Имбирь. Вот это терпеть не могу, не ем. Так, у нас здесь сет. Этот был сет, вот это в подарок. Это сет. Я в конкурсе участвовала. Тем, кто проиграл в конкурсе, кто в Инстаграм знает, видит, что я часто в конкурсах участвую. И... Те, кто не выиграл, вот на 3 дня даны были баллы, заказываешь на определенную сумму, и вот код называешь, и вот этот подарок шел. Ну, заманчиво, в общем-то, заманчиво, поэтому... Так, а это у нас классический. Да, они делают очень маленькие их, но, знаете, это достаточно вот этого и вот этого съесть за ужином, поверьте мне, да? То есть много кушать не надо. На ужин для 2 человек этого достаточно.
Вот. Так, муж пишет.